Здравствуйте, друзья! Мы на очередном опенхаузе. Место, на котором мы сейчас находимся, оно так возвышенное такое, знаете, на холме. И за спиной у меня океан, а вот тут такой закуточек. И вот мы видим этот дом, да, такой палубный, такой конструкции. Вот мы сейчас его посмотрим. А если я посмотрю назад, вот туда, ну, не знаю, насколько там видно, но вот там... Вот там океан, там и все остальные дела. То есть, я думаю, что вот эти дома имеют совершенно потрясающий вид. Хотя и тот, на который мы посмотрим, учитывая вот эту палубу наверху, может быть, тоже имеет шикарный вид. Дом не новый, он где-то года 62-3, но, безусловно, он отделан по-современному. Ну, вот эти вот струны, это сейчас так современно, такие металлические струны ставят. Вот и видишь, по бокам они не поменяли. Вот эта чеканка, это как раз 60-х. Железяки вот эти. Да, ага. Понял. Ну, в общем, так. Вот двери да, гаражные да. Очень симпатичные, современные. Ну, вид вот отсюда вот такой. То есть тут мило, конечно, но надо сказать, что вот этот дом действительно мешает малька. Мешает. Видите, он встал тут вот на самом, можно сказать, видном месте. Стал. Понятно. Я думаю, что если день ясный будет, то вид гораздо лучше. Потому что там вот даже отсюда видно парусники, но поскольку океан серенький, то вот не очень понятно, что там. А он, в общем-то, есть и не так далеко. Снизу входа нет. Вот мы по этим ступенечкам поднялись на вот этот балкончик, на котором мы сейчас находимся, и с которого мы смотрели на разные виды. И вот с этого балкончика мы заходим уже непосредственно в дом. Ну, пошли в дом. Так, Света, что скажешь? Ну, вообще классный такой кастомный дом. Вы еще ничего не видели? Только... Да, но уже видно, что дом классный. Но он такой, во всяком случае, необычный еще. Это не то, что такой типовой дом, да? Да. Видишь, тут ты можешь кушать. И обрати внимание, что это сделано, высоты каунтер, но это сделано именно как стол. Да. Да, то есть там кухня, все понятно, плита и умывальник, все. Здесь очень симпатично. Да. Ну, пошли дальше. Значит, кухню мы посмотрели. Вот такая кухня. Они здесь сделали хороший ремонт. И пол тоже, эта часть новая. Вот, пошли сюда. Значит, так. Тут у нас туалет, и они специально вот оставили вот эти дерево такое, как бы оно старое. Оно... Это вы не оставили, его поставили? Поставили, как будто это старое. Это называется старый барн, там чего-то да, его да. Делали. Амбарный такой стиль, да. Да. Вот тут такая большая палуба. Обратите внимание, как телевизор туда засунули, в эту раму. Где? Телевизор. Вон тот? О, да, телевизор в раме, да, действительно. Вау. Очень красиво, очень стильно. Так. А сколько стоит вещь? Не знаю. Так. Посмотри, там брошюрка есть. Да. Это дом, конечно, для того, чтобы получать от жизни удовольствие. Слушай, он движется, Свет, слышишь? Я думаю, телевизор движется. Это не телевизор, это доска. Это доска движется, это не телевизор. Нет, это, наверное, просто доска. Ну как доска? Ну да, но во всяком случае это доска. Is this TV or this is just That's the cover of the TV compartment. So that's wooden steel. Are you guys doing a remodel right now? No. No, we just, you know... We just like to see... Yeah, so that's steel and this one slides to close then. А, это закрывает TV. Oh, so TV okay. Supposed to get inside. The TV goes inside the car. I saw this TV framed in no. This. Okay, it's a cover. Okay. Yeah, you could put a TV on there if you wanted. I mean, you can do whatever you want with it. Really, the TV mounts. Camino. Mm-hmm. Mm-hmm. Nice, you know, so yeah. You have ideas. New такая маленькая комнатка. Это спаленка. Это спаленка, там вот шкафы. И вот тут мы смотрим тут по сторонам. Необычное место, конечно. Вышли на вот большую комнату, и тут еще одна. А мы смотрим, как что сделано, и мужик говорит, вы что, говорит, ремонт делаете, говорит. Хотите там идеями зарядиться? Мы говорим, в данный момент нет. Да, а вот этот подоконничек такой, он, знаете, чем удобно? Здесь можно такой матрасик постелить.
например. И можно на нем лежать, если что. Так. Это такой как бы мастер-бедрум. Вот тут у нас умывальничек, туалет, душ. Что-то я не понял. Ну, как смотри, ручка здесь, а душ там. Надо так зарядить-то. Народ. Такого я еще не видел. Это неожиданно. Так. Вернулись. Так. О. Теперь вот эта стена. А мы идем за нее. И тут есть коридор. И в коридоре. Как неожиданно. Смотри, пожалуйста, вот эту дверь у нас называется barn doors. Да, амбарная дверь. У нас дверь, нет купе doors, да. Вообще никаких. Давай, покрути. А вот это barn doors, они сегодня очень популярны. Ну, такой вот немножко деревенский стиль. Да. А если мы же плоскую дверь сделать, ну, открой, она, конечно, открой. Болтается здесь немножко, видишь? Внизу болтается, да. Да, она ходит вот на этих роликах. У нас там walk-in closet. Да, она, конечно, не очень большая. Но мастер бастер тут потрясает. Не очень большой, да, но есть. И вот эти доски, они, слушай, действительно... Ну, интересно, стиль интересно, всего, да. Единственное, что меня смущает, все-таки это же мастер-бедрум. Да. И получается здесь только окон, а как тут вот... Ну, Света, вот так вот, а вот так же навески можно повесить. Либо у тебя вида нету, да? Да. Да, непонятно, что остается. Либо тут вот будешь голову перед всей улицей. Ну, вот отсюда красота, конечно. Ну, красота, но для этого штора должна быть поднятая. А как в мастер-бедруме поднята штора? Вот, красота. Красиво. Да, ну так они неожиданно спрятали так, да, за доской. С телевизором. А ты посмотри, еще в мастер-баструм ты нашел, да? Так, нет, зайдем. Заходим в мастер-баструм. Надо все-таки, Свет, брошюрку глянуть, почем вещь. Так. Ну что же, зеркало прекрасное такое, большое. Так, шкафы. Шкафы напоминают наш старый моего детства. Да, шкафы, да. Которые у нас были на даче. Ванная такая, слушай, неужели это чугун? Нет, это, конечно, керамическое что-то. Но вот это бетон, да. Это бетон, и это очень модно сейчас, бетонный да. Ну что же, вот. Не, ну ванна душ, прикольная вообще. Туалет, плиточка керамическая на полу. Соседи, вот тут прям крыша, слушай, прям вот так, на небольшом расстоянии. Ну что же, действительно, дом такой как бы вытянут вдоль улицы и как бы с видом вот туда. Ну с видом, да, ну как в спальне быть. Вот так пришел и, значит, обслуживаешь гостей. Вот, пожалуйста, пробочки открывать, бутылочки. Ну да, гости могут зайти сюда прямо как с улицы. Да, гости могут и на улицу, и сюда вообще. Очаровательно. Здесь такая как бы приемная, можно сказать, или гостевая. Но тут же и две спальни. Так, ну там есть еще часть дома. Ну-ка, пошли туда, Свет. Пошли туда. Да, мы вот отсюда пришли. По лестнице спустились. Вот отсюда, да? Помните? Так, теперь мы пошли. Тут вот амбарная дверь. Это все, чтобы сделать здесь. Амбарная дверь, и за ней стиралка-сушилка. Вот тут стиралочка-сушилочка. А здесь это, чтобы нос подать. Да ты что? Там написано Вайн. Вайн. Ну, вот, в общем, такой типа погребокс, можно сказать. Ну, честно сказать, предназначение не очень понятное вот этого всего. Ну, какая-то комната, грубо говоря. Так. Тут еще одна спальня, которая уже смотрит частично. Она смотрит туда-назад. Такой с зеленой звездой там. Сарай интересный, вот назад, и частично смотрит вот сюда, тут окно сбоку. Тут довольно близко забор с соседями. Вот тебе и 6 бедрумов, Света, понимаешь? Знаешь, ну, там получается, там 2 мастер-свита наверху, да. И одна спальня, у которой есть только половинка туалета, то есть да. Человек не может никак принять. Ну, вся жизнь тут. Внизу должна происходить. Ну, он должен прямо сюда идти, в ванну. Да. Ну, да, да. Ну, то есть люди живут, видимо, здесь. Хотя и здесь, и там такое ощущение, что гостей принимают, знаешь? Да. Как бы оба уровня в доме такие гостевые. Барные стульчики симпатичные, смотри. Ну, все очень красиво, очень стильно все. Угу.
Площадь дома что-нибудь такое 350 квадратных метров. И, что сказать, красивая брошюрка, они там не поскупились. Вот это то, как... А цена какая? Цена 2,4, там почти, 2, близко к тому. В общем, ну, вот такая вот... дешевле, чем в долине такой дом стоил. О, не, в долине, ты что? В долине бы такой дом 5 миллионов бы стоил. Да, нет, тем более место-то неплохое. Оно не у воды, конечно. Я думаю, что здесь жарко летом очень. Ну, я не знаю. Но все-таки лето. Близость океана позволяет надеяться, что здесь не так жарко. Не вот так сейчас океан лучше видно. Не